Я все-таки считаю, что это фестиваль творчества, потому что индустрия – это индустрия, но индустрия держится на людях, которые ее создают. Собрались. Это здорово. Желаю успехов всем собравшихся и предлагаю считать фестиваль открытым. Очень интересно себя проявить, посмотреть, на что способны. С ребятами познакомиться из других городов. Замечательный фестиваль. Мероприятие отличное, все супер, все нравится, получаем позитив, эмоции, заряжаемся бодростью, выигрываем, проигрываем, довольные, мокрые, потные, но счастливые. Однозначно, такие мероприятия, они сплачивают, разряжают обстановку, потому что рабочие моменты бывают разные. Это объединяет и помогает в общении. Сегодняшнее мероприятие. Вам огромное спасибо. И, конечно же, ведущий прав. Пока работают заводы, страна жива. Спасибо. Надеюсь, что ежегодно будет проводиться подобное мероприятие. С каждым годом все лучше и лучше. Только вперед. Всем спорта, позитива, трудитесь. Только трудом славим человек. Ребята, любите свою работу, не теряйте работу и двигайтесь вперед.